Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем изучать бета-версию DLC Abyssal Terrors. Давайте играем за капитана. Плюс 50% бонусного опыта за каждую пустую ячейку оружия. При повышении уровня дается плюс 100% показателей. Для левелапа требуется в 3 раза больше опыта. В конце каждой волны у врагов увеличивается здоровье и урон на 2%. Но, по всей видимости, на старте нам надо иметь много пустых ячеек оружия. С оружием дальнего боя, думаю, это не прокатит. А вот с оружием ближнего боя вполне. Надо что-нибудь мощное. Каждый пятый снаряд получает... Ну давай копье. Новое копье. А он бросает его. Так это оружие дальнего боя получается? Ну конечно. Отлично я выбрал. Ну, тема интересная. А сбор есть? Есть. Все, играем с метательными копьями. Я подумал, что это копье обычное. Урон-то от ближнего боя. Здесь пробивание хорошее, так что все нормально. Все, играем с новыми копиями. Сбор 16. Давай возьмем. Ну-ка. Хренак. Хорош. Проткну всех копьям. Удача двадцаточка. Ну давай. Не, ну это ты что-нибудь нормально. 20 к скорости атаки. Ну ладно. Шрамирование. Красные линии какие-то. Проткни вот этого зубастика. Мне говорят, целься. Это мне даже написали несколько раз уже. Я целился курсором. Ну так отвлекаться я не могу. Курсором целиться. Я полностью сфокусирован на то, чтобы ругать своего персонажа. Сбор. Смотри. Я убираю урон. Хотя непонятно зачем, но надеюсь правильно. Надо больше врагов, правильно? Больше врагов, больше денег.
больше всего. Так или не так? Кофейку бахнул. И все сразу стало хорошо. Так, значит, у меня 6 уровень. Бонусный опыт 170. Маловато будет. Комара так копьем проткнуть. Вот это, конечно, искусство. Снимаю шляпу. Бесишь. Все меньше и меньше получаю опыта. Врагов надо больше, потому что ну копия как бумеранг, считаю, возвращается. Это вообще супер круто. Ну такая удача 20. Ну что так много врагов? Не, я вообще-то не успеваю с ними справиться. Тоже плохо. Не, слишком уже слабое копье. Подожди, это я могу взять. Ну давай укольчик ему. Да, ну сбор маловат, 53. Была такая возможность раскачать сбор, ну хотя бы к соточке. В самом начале. Прикинь, один. Вот у меня какой процент, что будет? У меня проклятие один. Шанс, что будет проклятый враг, 1%. Самый сильный противник. Вот этот хрен моржовый, прикинь, стал. Давай тогда проклятых предметов побольше. Бесишь. Прикинь, не хватает. Вот как так? Все собрались. Пога этот щелкал своим мудилом. Получил мудила. Копишка. Ну хорош, он проклинает врагов, молодец. Не абы кого.
10 уровень на 8 волне. Ну, в принципе, нормально. Морская водичка. Ну, возьмем. Шанс на крит 14%. Ну, давай. Ну, что, разница, конечно, не очень большая. Ну, там есть разница. Разница в каждый третий снаряд или каждый четвертый получает плюс 100 для крит-удара. 5 к скорости и скорость атаки построек. Ну, блин, дороговато, конечно. Так, сколько? 160. Так, а вообще у меня толком ни брони, ни уклонения, ничего нет. То есть я все на сбор, да на удачу. Да вообще непонятно что. Вампиризма у меня нет. Вообще ничего нет. Ну дай ему уже. Ну целиться я сам не буду. Не барское это дело. Шесть к вампиризму. Ой, ну давай. Шесть к броне. Ну давай. Говорит, кандалы надо? Нет, не надо. Крючок надо? Надо. Снаряды получают плюс 1 к урону пробития при критических ударах. Но здесь урон-то при пробитии в процентах. Хер поймешь, что это значит. 10 от точности. Не, ну точность это... Давай фрукты. Хотя мне турельку тоже можно поставить. Будет возле чего побегать. Так, шрамирование. Лизнуть инопланетянина. Такое себе, конечно. Не, ну можно вообще и копье присматривать уже. Еще одно. Значит, броня 8, уклонение 4. Ну, уклонения по сути нет. Ну, будем убегать тогда, как всегда. Охренеть, как много противников. Ведь это даже не орда. Так, эти щенки собрались. Присуть меня не по-детски. Да как так-то? Да, ограниченное пробивание. Очень ограниченное.
Надо насквозь пробивать уже. Кибершар тогда возьмем. Урон, уклонение, что мы возьмем? Давай что-нибудь еще. Дороговат, конечно. Ну ладно. Все, собрались. Ни хрена себе, фрукты-то как мало восстановили. Ну дайте хоть пару фруктов-то. Ну мочи его, мочи! Гном. Возьмем. Ну ладно, давай. Вообще надо уже проклинать все. Будь ты проклята, копье. Нам нужен рикошет. Копье не только пробивал, но еще рикошетило. И там еще пробивало. Опять эти уроды. Проклятая рубашка. Появляется больше деревьев, и они уничтожаются. Вот оно что. Говорит, хочешь брони 6? А чем мы хотим? Ты понимаешь, что мы хотим? Мы хотим проклятое копье. Шапочку. Котелок. Ну еле-еле, наверное, он окупится. Нет, дороговато. Давай тихоходку еще прокляни.
Яичко успел в последний момент разбить. Ну это фигня какая-то. Броня, ну... Ну давай. Ну естественно, ты ничего проклясть не можешь. Я же не могу столько ждать. Мне же надо набирать добра всякого. Ну шляпа шляпная. Сейчас будет орда. Что мы можем противопоставить большому количеству? Пробиваний нет. Нормального количества. Рикошетов нет. Так и будем бегать. Да, конечно, большое количество противников хорошо, но ну просто невозможно с ними справиться. Я сейчас бы сюда из ядерки. Твою матрицу просто. Хоть что-нибудь он может проклясть? Кстати, хороший какой урон у противника. Это у меня при броне 16. Прилетает там по 15 единиц. Ну, это прям так хорошо. Надо дальность. Давай. Ну ёб твою матрицу, реально. Ну ты представляешь, ну это редкость просто уже. 20%. Ну то есть мы попали в 80. Ну это не так уж прям и много. Ну то есть это больше 50%, что что-то бы было. Крыса мерзкая. Давай что-нибудь другое. Уже и нечего даже проклинать. Гаденыш. Может, мне дальности не хватало? Поэтому меньше противников как бы получалось свое пробивание. Сейчас проверим.
А этот разродился таки. Уродился. Уродец. А у нас вообще никаких штрафов нет за пробивание. Странно как-то. Вот такое копье есть проклятое. Самое-самое маленькое. Так, ну и в чем прикол? Вот этот показатель повыше. А, у него, смотри, урон выше, чем у этого копья. Ну и что мне делать? Наконец-то, хотя бы крючок. Можно попробовать проклясть крючок. Нет, слабачок, прям видно. Чистый нуб. Грейз это Мерседес. Ну, вроде так ничего. Слышь, гигант. Не проклятый. Ну ладно. Карманная фабрика. Появляется больше деревьев, 8 инженерии. Ну ладно. Пёрышко он проклял. Блять, просто. Просто, блять. Ясно, понятно. Не может крючок проклясть. Тут как-то все подкручено. Поймал шарик. Кофейку. Лимонадику. Не, бабки давай. Да не, пятки тоже нет. Наконец-то.
Так, ну вот это надо все проклинать. Охотничий трофей тоже. Пусть и карта сокровищ, все будет проклято. Ну то завеи как-то слишком короткие стали последние. В кавычках. Карта сокровищ. 11 к удаче, 41% найти дополнительный предмет в ящике. Ну давайте. 60% собрать дополнительный материал при убийстве. Критом. Шанс на крит 9. Ну давайте. Ладно, давайте купон возьмем. Без всяких условий. Стеклянная пушка. Ну давайте. Больше врагов. Ну давайте. Как нет денег? Ну как их нет? Мочи. Какое-то обнуление. Какое обнуление? Ну что, смерти моей хотите, что ли? Очень много несобранных материалов. Так, ну где дополнительные? Наковальня. Ну давай. Ну давай. Рука робота. Ну давай. Пница. Ну давай. Шарфик. Ну давай. Коралл. Не надо. Козлиный череп. Не, бабки давай. Ярко бабки. 18 к скорости. Ну давай скорость. Ну конечно, ты не мог. Проклятый пингвин. Может, это все-таки дополнительная жизнь? Как после гибели что-то там? Не, давайте возьмем. Ну, проклянем сначала. Какой-то нубас.
Очень мало врагов. Интересно, как будет эта проклятая ракушка для... для копий. Крона. Ну давай. Улитка. Минус 17% от скорости врагов. Ну давай. Не может он. Не может он, черный флаг. Ракушка. Ну ладно. Так, я жду. Все 4 предмета. Не беси меня. 40%. Блять, это просто, просто невероятно. То есть попасть в 6, в 6, в 6, в 6. Ну, в 0,6. Разродился зубастиками этими. Я бы сейчас такие уже деньги получал за счет черного флага. Оно не может проклясть. Ну давай. Каждый второй снаряд оружия дальнего боя. Блять, а это что? Только попробуй мне не это. Плюс 3 снаряда. Надо купить, чтобы он не больше мне не предлагал это говно. Так, смотрим внимательно, сколько там снарядов. А, ну вроде что-то похоже. Нет? Я до этого смотрел невнимательно, как тут что летит. Ну, вроде что-то такое похожее есть. Но это не точно, конечно. Надо дальность побольше. И рикошеты еще. Врагов очень мало. Очень мало врагов. Извечная проблема. Где все инопланетяне? Парадокс Ферми. Куда они все делись? Донорство. Сбор 62. Вот прикол был бы, а вы не получаете урона. Вот это свистулька. Давай, Шарк, давай. Странный призрак. Нет уж. Ритуал. Ну давай. Риск удачи. Ты заколебал, ну черный флаг дай мне. Утырок. Хотя бы такое копье давай. Первого уровня готов покупать. Цепная пушка 45. И что так много-то? Хватит три ролла.
Динамит. Надо. Ну, давайте возьмем. Баррикада. Нет. Уродливый зуб. Хотелось бы проклятый. Ну, ладно. Ну, давай пчелку возьмем. 31% найти сокровища. Значит, давай считать. Значит, 40 и 30. Ну, кстати, видишь, какая разница охренительная. Ну, черный флаг, он вообще не хочет проклинать. Ну, что за дела? Картошка, картошечка. Давай возьмем. О, зеркало. Проклинаем. Все проклинаем. Черный флаг, копье. Да, ну уже чувствуется, что-то урона-то не так много. Сорок три, нифига себе. Хороший урон у противника. А, ну да, у него же увеличивается на 2%. Не собрал почти 200. Ну где это? О, наконец-то! Два материала за проклятого. Не прошло и 100 лет. Колбаску давай. Не, ну это слишком дорого такое копье нахер. Ну ладно, пока так. Ну, крит 3 косаря. Ну, не сказать, что, конечно, много. Ну, неплохой уже урон. Ну, еще брикошета. И дальность все-таки на полкарты надо. Кристалл. Павлин, мавлин. Больше опыта. У врага повышенного. Ну давай. Геккончик, давай. Компас. Кольцо мстителя, давай. Стопка книг. Давай. Ну вот. Можешь же.
И цена предмета в магазине. Минус 20. Подожди. Значит, создает дубликат следующего купленного в магазине. Предмет, значит. А, ну нельзя привести предмет. Минус 20 от цены предметов. Эффекты и проклятия теряются, когда вы используете предмет. Я могу оружие, наверное, покупать. Так, запомнили. 152,86. Значит, вот сейчас 67. Я могу на оружие, наверное, барыжить. Скидка 20%. Да. Как бы вот эта скидка 20, она когда зеркало разобьется. Надо просто несколько зеркал и дюпить деньги, собрал, разобрал оружие. Как тебе такое? Гениальный план. Или не очень? Я думал, хотя бы три можно будет предмета сразу. Какие-то шарфики. Ну, что это за шляпа? Корона 13% сбор увеличивается дополнительно. Неплохо. Вот, кстати, здесь не сказано, что до 20-й волны работает. Здесь падает на 20. Получается, если у тебя 13 плюс... растет на 5, а после 20-й волны этот рост исчезает. Ну, на 7% будет падать. Ну, долго можно продержаться. Отстой какой. Редкостный. Мне ничего не хочу вообще. Хочу, чтобы мне вернули деньги за рерол. Вот это я хочу. Если вот так проклятое зеркало дает скидку 20%, ну, на хотя бы на уникальные товары, то есть зеркало делает дубликат. Но если товар уникальный, то дубликат не получается. А скидка-то сохраняется. То есть ты все уникальные можешь купить. Их, правда, не так много, а то они уникальные. Что-то не хватает. Я даже собрать не могу нормально. Дикончика не хватает. Больше бонусного опыта, больше урона. Ну, давай. Давай, удачи. Говорит, молот надо. Две подзорные трубы. Реролл будет подешевле. Ну, что-нибудь бы поинтереснее все-таки хотелось. Два учителя Боба. О, вот ради этого, да, вот это. Кстати, тоже неплохая вещь. Все, давай так.
Ну, проклянет, если. Дорогая, конечно, штука. Да, возможно, вот игра за предпринимателя, за скрягу немного изменились в лучшую сторону. Да и тот же, наверное, и горлопан, и демон. Наверное, могут обновить рекорды. Не, ну не хватает пробиваний. Прям бери эту волосатую пулю. Ну как так? Ну как так? Ну как так? Тесак капитана. Урон 1300. Плюс 15 к урону за каждую пустую ячейку. Колющие и рассекающие. Не дали поиграть. Разбитое зеркало. Это к неудаче, видимо. Говорил, не надо бить. А ты давай, разобьем. Ну вот и результат. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал на Рутюбе. Название канала такое же. До встречи в следующей серии. И пока.